привет. Снимаем очередное видео на автомобильную тему. У нас сейчас дороги, особенно зимой, поливают неизвестно чем. И страдают от этого особенно фары. То есть на фары налипает этот реагент, потом мы его счищаем всякими щетками. Фары царапаются, мутнеют. И уже вечерами, когда едешь, машина плохо освещает. Вот. Сейчас мы едем в одну компанию, которая занимается данной процедурой, оклейкой фары. В описании я вставлю все адреса на эту компанию. Вот. Также расположение, где они находятся, и ссылочку на их канал. Все, кто подписывается на их канал, получают 10% скидку на все услуги, которые они предоставляют. А там не только оклейка фар, можно оклеить всем полностью машину. Машина уже так вся в сколах, смысла ее покрывать полностью нет. Вот, а фары я бы, конечно, защитил, потому что езжу в дорогу частенько там на 500 километров и больше, поэтому как раз мы и посмотрим, как себя эта пленочка поведет. То есть мы сегодня ее обклеим, я съезжу на 1000 километров. Трасса довольно быстрая, там есть и где мы, то есть, и 100 километров ехать. Вот. Камушки по-любому какие-то прилетят. Я тоже сниму обзор после того, как после эксплуатации, как себя ведет эта пленка. Фары тускнеют, тускнеют, как светят. Ну, как вот видно, состояние фары такого, видите. Это все после того, как различные реагенты воздействует. То есть уже идет всякие затертости. Если фары немножко получше дело стоит, но все равно тоже видно, насколько она вся подустала уже. Капота, смотрите, какие сколы. Вот чтобы вот такого не было, вот такой беды не было на капотах, вот делают бронирование такой пленкой. Моей машине тоже это не страшно. Вот, а те, кто видите, насколько все эти моменты все под пленочкой уже не будет.
Также можно, пока машину подготавливает, отдохнуть в комнате отдыха. Ехал я с поклейки фар. Вот видно, насколько все прозрачное стало. Совсем другое дело. Как новая фара.